еще одним. Это ты? Точно! Ох, как я рад видеть тебя! Эстер, как ты оказался здесь? Это был безумный побег. После того, как барьер рухнул, я бродил там некоторое время в полном смятении. Потом я потратил несколько дней, пробираясь через все эти леса, пока наконец не оказался в этой долине. Диего, Милтон и Горн все еще в долине рудников. По крайней мере, я так думаю. Что произошло? После того, как спящий был повержен, все братство как будто сошло с ума. Без своего хозяина они стали напоминать пустые оболочки. А ты? Что насчет тебя? Со мной тоже не все было ладно. У меня были кошмары и даже галлюцинации. Но когда в моей голове более-менее прояснилось, я побежал оттуда. Как-то мне показалось, что я видел, как огромная черная тень налетела на группу беглецов и сожгла их в пепел, накрыв гигантским облаком огня. Тогда я даже подумал, что это прилетел дракон, чтобы убить меня. Ты видел что-нибудь еще? Нет, я вскочил и побежал. Я направляюсь в Харинис. Что ты знаешь об этом городе? Харинис? Ну, это довольно большой морской порт. А почему ты спрашиваешь? Я должен поговорить с паладинами, которые обосновались в городе. Ха-ха-ха-ха! Неужели? Ха! Да тебя не пустят даже в сам город. Не то что к паладинам. Может быть, ты знаешь способ, который поможет мне попасть в Харинис? Знаю. Некоторое время назад я работал на старого алхимика по имени Константино.
Он довольно влиятельное лицо в городе. Ему удалось добиться того, чтобы стражники пропускали в город каждого, кто приносит ему редкие травы. Так что на самом деле все довольно просто. Тебе нужно собрать большую охапку растущих здесь повсюду растений, а затем сказать стражникам, что ты несешь их Константина. Но ты не должен собирать разные травы. Стражники не слишком сообразительны и в алхимии не разбираются. Чтобы они тебя пропустили, твоя охапка трав должна им понравиться. Думаю, 10 одинаковых растений будет достаточно. Спасибо за совет. Значит, все остальные твои братья погибли? Нет. Как оказалось, были и те, кому все-таки удалось пережить это безумие. Откуда ты это знаешь? Об этом мне рассказал один парень, которого я встретил недалеко от подгорного прохода, там, наверху. Кто это был? Если мне не изменяет память, его звали Кавалорн. Ты должен его помнить, он был одним из призраков Гомеза в колонии. Кажется, что-то припоминаю. И что же он сказал? Ну, сказал, что несколько оставшихся в живых гуру братства недавно организовали небольшой лагерь недалеко от прохода в долину рудников. Правда, по его собственным словам, теперь эти парни проповедуют какую-то иную веру и больше не поклоняются спящему. Тогда, может быть, тебе бы стоило наведаться туда? Нет, приятель, хватит с меня всего этого. Мне и тут неплохо. Ну ладно, как скажешь. Сколько ты уже скрываешься в этой долине? Точно не знаю, может неделю, но есть еще кое-что. Когда я пришел сюда вечером, я взглянул на эту гору. Там стояло всего несколько деревьев. А когда я посмотрел туда же на следующее утро, там уже стояла эта башня. Я готов поклясться, что раньше ее там не было. И с тех пор я не покидал эту долину. Ты имеешь в виду башню Ксардоса? Я знал, что он на многое способен. Но создать башню вот так запросто? Ксардос? Некромант? Он живет в этой башне? Мне это не нравится. Не волнуйся. Это он спас меня из храма спящего. Он на нашей стороне. Ты должен рассказать Ксардосу об этой тени. Это может быть... Ты не думаешь, что мне показалось? Ты хочешь сказать, что это действительно был... Дракон. Ты опять... Не сказал. Хорошо. Сейчас я... Мне кажется, у тебя большие планы. Что ты знаешь об этой местности? Если ты пойдешь по этой тропинке, то попадешь на ферму. А еще чуть дальше начинается город. Но будь осторожен, по дороге тебе могут встретиться не только волки и крысы, но также гоблины и бандиты. И вот еще, возьми эту набедренную повязку послушника. Я прихватил с собой перед тем, как уйти из лагеря на болото. Она мне ни к чему, а вот тебе, возможно, сослужит хорошую службу.